Czech Connect Airlines с гордостью представляет сервис европейского уровня на рейсах из России и Европы в аэропорты Чешской Республики. Nová česká kampania Czech Connect Airlines radila v 2005 году. Но свои рейсы она начала в 2010 году. Это были чартерные полеты из разных городов Чехии, не только из Праги, но и из города Карлови Вари, Брно, Острава. Но в конце 2010 года мы решили поменять философию авиакомпании, и наша главная работа – это начались регулярные рейсы. Но чтобы компания, знаете, которая выполняет регулярные рейсы, имела в своем названии слово «чартер», это невозможно. Поэтому мы решили с начала 2011 года поменять имя компании, и сейчас мы называемся Czech Connect Airlines. И сейчас наша главная работа – это регулярные полеты, 70% регулярные полеты и 30% это чартерные полеты. Наша авиакомпания базирована в городе Острава, это в Моравии, в северной части нашей страны. Но коммерческий департамент и руководство компании все находится здесь, в Праге. Мы используем самолетов Boeing 737. Уровень наших услуг – это самый высший уровень качества. Два уровня услуг на борту – это комфорт класс и потом турист экономи класс. Мы выполняем рейсы из городов из Праги, из Брно, из Карлових Вар. Наш первый рейс состоялся, первый регулярный рейс, хочу сказать, состоялся 4 марта этого года. Это было с города Брно в аэропорт Домодедово в Москву. Сейчас мы летаем с Брно в Москву, летаем с Брно в Питер, с города Карлови Вари летаем в Екатеринбург. В июне мы начали рейсы из Праги в Женеву и сегодня начались рейсы из Праги в Афины. Мы сейчас начинаем развивать сотрудничество с другими авиакомпаниями европейскими и тоже российскими. В первой очереди наших планов сотрудничества это авиакомпания Сибир и авиакомпания ЮТЕР. Это соглашение с этими авиакомпаниями нам будет позволять направлять пассажиров не только на главные города, то значит на Москву или на Питер, но с этих городов эти пассажиры потом будут можно путешествовать в другие города России или СНГ. Мы вступили в организацию, ЯТОВская организация, называется МИТА. Это Multilateral Interline Traffic Agreements. Это такое первое соглашение, по которому можно начать сотрудничество практически с любой авиакомпанией, которая членом этой организации. Что касается наших пассажиров, то имея в виду рейсы в Россию, там практически 90% пассажиров это русские. Там я думаю, что мы там предлагаем очень хорошее расписание для туроператоров, чтобы они могли организовать свои поездки в Чехию. Там кто-нибудь может думать, что рейс в Брно, что это неудобно, потому что все русские хотят или в Прагу, или в Карлови Вари. Но там туроператоры организуют очень хорошие поездки, которые начинаются в Брно, и потом они продолжают на Прагу, или сейчас тоже там они организуют новые программы, которые включают Вену в Австрии и тоже столицу Словакии, Братиславу. Как я уже сказал, наше главное направление – это Россия, но там немножко наше развитие там ограничено межправительственным соглашением, которое не разрешает практически летать в любые города, но там нужно по соглашению только в города, где это разрешает соглашение. Тоже у нас есть хорошие планы на страны СНГ, где мы сейчас планируем открыть с сентября новые рейсы с Праги на Ереван. Что касается менеджмента и работников нашей компании, я должен сказать, что в руководстве сами лучшие профессионалы в этой стране. Много из нас, по большинству из нас пришло из нашего главного перевозчика Чехии, из чешских авиалиний. Я могу сказать, что мы все опытные люди и знаем свою работу очень хорошо. Сейчас так и все самые крупные авиакомпании в Европе, они обладают сертификатом IOSA. Это значит IATA Operational Safety Audit. Это значит, это подчеркивает
условия безопасности авиакомпании. Значит, этот аудит, наша компания начала на этом работать на этой неделе, и до конца этого года мы должны получить сертификат от ИАТА, что касается безопасности наших рейсов. Это значит, что в то время, когда мы получим этот сертификат, мы будем вот на уровне таких авиакомпаний, какими, например, в России Аэрофлот, или Сибир, или другие европейские компании. Сейчас это большинство это пассажиров этой группы. Но в будущем мы хотим сосредоточиться тоже на бизнесменов и на индивидуалов, потому что я думаю, что качество нашего сервиса очень хорошее. Я могу сказать, что наши рейсы летают по расписанию, не опаздываем, и качество наших услуг очень хорошее. Что касается дистрибуции нашего продукта, мы используем самые главные системы бронирования, которые существуют в гражданской авиации. В первый ряд я хочу сказать российскую систему Сирена, с которой мы довольны, но потом мы очень много используем систему Амадеус и тоже Галилео. То значит, я думаю, что все профессионалы, они все это очень хорошо знают.